Вот вы собрались передо мной. Боитесь, дрожите, детей к груди прижимаете. По нашим землям прошел император Эмгыр. Осадил каждую крепостицу отсюда до Синих гор. Рвет и кусает нас, как бешеный пес. Люди севера, вы стоите у обрыва. Короли предали вас, и вы обратились к богам. Но вы не молите. Не падаете на колени, посыпая голову пеплом. Нет, вы скулите. Почему боги оставили нас? Пора вернуться на путь, с которого мы давно сошли. Было время, когда наш мир соприкоснулся с другим. Ученые зовут это сопряжением сфер. Волей богов силы зла проникли в наше обиталище. И в этой катастрофе родилась нечестивая сущность, что зовется магией. Но мы не запретили ее. Нет, мы изучали ее ради власти и могущества. А что же чудище у наших дверей? Подлые останки сопряжения. Тролли, трупоеды, волколаки. Воздели мы меч против них? Или возложили эту ношу на других? На тех, кто зовется ведьмаками. На заблудших детей, обученных во лжбе, чьи тела извращены богопротивными ритуалами. И они борются с чудовищами, хотя не отличают добра от зла. Искра человечности давно уже угасла в них. Да, с годами их все меньше. Но и поныне они бывают в наших краях, за деньги выполняя свою кровавую работу, позоря нас самим своим существованием. Истерзанный войной север обливается кровью. Битвы есть удары бичей божьих, что очистят грехи наши. Вспомните об ужасах, терзающих наш мир извне. Дикая охота скачет по небесам каждое полнолуние. Темные эти всадники, вестники второго сопряжения, уводят наших детей в неведомые земли. Но можем ли мы обратиться вспять к свету? Хватит ли у нас сил изгнать чародеев и объединиться вокруг тепла вечного огня? Ночь — час меча и топора. В этой войне никто не поможет нам. Час безумия, час презрения. Поле спят матыки. Уж свернутся у реки. Котик не спит и в окно все глядит. Кто же от бури его защитит?
поле спят мотыльки. Уж свернулся у реки. Только котик не спит и в окно все глядит. Боже, от боли его защити. Oh.
Thank you.
спи, ты в окно все глядишь. Тоже от боли его защити. Thank you.
Слушай, это совсем не смешно. Я не хотела тебя веселить. Только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Ну, я пошел. Ага, пока. Только серебро. Золото мне не идет. Мог бы это запомнить. У тебя есть какая-нибудь одежда, кроме черной и белой? Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки.
Сирени крыжовник, конечно же. Геральт, хватит трогать мои флаконы. Я тут подумал, может, Цири подождет еще немного. Это не педагогично и неразумно. Мне тебя очень не хватало. И мне тебя. Но у нас еще будет время. Я искупаюсь, сделаю макияж, а ты как раз позанимаешься и вернешься. Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом. А ты их так много знал? Не все ли равно? С каждой я всегда думал только о тебе. Холера. Отличный у нас все-таки перевал. Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Подъем, мастер. Такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гули и Альгули. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешние глупости. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему. За это ты ее и любишь. Ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. Чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей! Цири, ты не в цирке. Пируэт? Нет, ноги. Хватит, слезай. Сальто? Как иначе? Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака, может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну! Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости, я все поняла. Больше не повторится. Очень надеюсь. Весемир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней с солью. Фу! Вот-вот. Так что веди себя хорошо. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Не сейчас. Не стоит заставлять Весемира ждать, поверь мне.
Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание? Не используй преимущество при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Так дядюшка Весемир говорил. Ты способная ученица. Не слишком послушная, зато способная. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Давай сразу к спаррингу. Обойдемся как-нибудь без повторения. Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири! Будешь чистить все мечи до последнего. Что за... Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Все началось в комнате для гостей в Каэр Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Трис. Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Найдем. Меня не это беспокоит. Ты же видел ее следы. Она несется, сломя голову по прямой, не разбирая дороги по полям битв и по разоренным краям. Куда-то она спешит или бежит от чего-то. В любом случае, надо думать, у нее неприятности. Я бы удивился, если бы у нее не было неприятностей. Она вечно сует свой нос во всякие осиные гнезда.
Тут придворные интриги, там чародейские заговоры. Чего ты ждал? Не знаю. Мне как-то казалось, что когда мы наконец снова встретимся, все будет поспокойнее. Хотя бы какое-то время. Поспокойнее? С Йеннифер? Мечтай, мечтай. Потом я пошел за Цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее. Но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири, а я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон. В том-то и дело, что не только. Каждый раз, когда Цири мне снилось, что-то было не так. Что-то ей угрожало. Мы научили ее защищаться. И от призраков тоже. Сейчас рассветет, пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать? Нам надо встретиться как можно скорее. Вербицы у Вызимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Чучело единорога. Мы использовали его пару раз. В определенных ситуациях. Ха. Чего молодежь только не выдумает. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На 2-3 дня. След свежий. Только вот ведет он на большак, а там его наверняка уже затоптали. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую. Гули. Там идут трупоеды. Идем, пока новые не набежали.
Птичий череп в черном кристалле. Что-то мне подсказывает, что он принадлежит Йен. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет. Потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А он знал, что живых они тоже едят? Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Севера. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерия, ни... И Двена больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить, а то жить не хочется. Отдохни. Но! Идем. На помощь! Помогите! Улетел? Да, вылезай.
О, боги! Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вам надо думать, вознаграждение полагается. Пара крон всегда пригодится. Ох, мошна-то у меня прохудилась. Сперва нильфгаардцы товары реквизировали, а теперь вот это. Возьмите. Как там след? Как я и говорил, доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так, может, чего и узнаете? Неплохая идея. Тем более тебе рану нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный, прямо из погребка. Так едем. Ну, пошла. Значит, грифон так близко к деревне. Странно. Вот и мне так кажется. В лесу, в горах, да, но здесь, у большака. Может, это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, паленой плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. В Белом саду надо быть поосторожнее. И как только что-нибудь узнаем, сразу поедем дальше. Сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Вот так. Пошла. Было такое. Только мальчонок утонул с сожра. Что? Сними это, пока не поздно. Это, между прочим, герб. Те мерзкие лилии. Пускай висят. У нас уже не Тимерий, дед, а Нильфгаард. Да не в жизнь. Я с выродками не пью. Прошу прощения за этих пинчук. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Вредная скотина. Вредная? Это мало сказать. Бедную Лину так подрал, что она уже одной ногой в могиле. Ну ладно, про несчастье-то. Чем могу услужить? Водочкой. А вы чего изволите? А денег-то дают за грифона? Пока нет. Раньше, если такое чудище в округе гнездо собьет, староста на награду в складчину собирал. Или ехал господину просить помощи. А теперь староста даже в нужник без согласия черных не ходит. А господина, кажется, повесили. Вот и нет на него заказа. Жалко. Мы бы помогли, только не за даром.
Оживленно тут у вас. Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо, выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока она, конечно, так. Но по мне, лучше б мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. Покажи, что у тебя есть. Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из Вербиц. И знаю, что это звучит глупо, но пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да, ее не забудешь. Может, кто другой вам подскажет? Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Спасибо за все. Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Ты слышал? Черные уже поля меряют. Да и пускай. Я кое-кого ищу. А мы покоя ищем. Отойди, приблуда, покуда у нас пиво в кружках не скисло. Говори живо. Была тут женщина, одетая в черное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, что Родобора в канаву спихнула. Куда поехала? Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. Люди, ведьмаку Мики разум отнял. А у тебя язык отниму, если не заткнешься. Игре четыре фракции. Чего? Фракции, команды, масти. Что-то вроде пики и червы. Только у каждого цвета свои фигуры и еще особые карты. Может, лучше войну сыграем? А то, покуда вы мне эту свою игру изложите, уже стемнеет. Пустая трата времени. Скорее, Земля станет вращаться вокруг Солнца, чем ты поймешь правила. Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейрт, заслуженный профессор Академии. Читаю курс современной истории. Геральт из Ривии. Ведьмак. Незаслуженный. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охласа, я знаю, что вестница войны лишь сказка. Вестница войны? О чем это ты? Люди болтают,
что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина, такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье. За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет. Меня интересуют факты, а не легенды. Не ожидал встретить здесь ученого. Я так понимаю, ты бежишь от войны? Ровно наоборот. Я еду на фронт. Тебе жизнь не мила? Знания для меня милее жизни. А сидя за книгами, их не добудешь. Я хочу увидеть агрессию Нильфгаарда собственными глазами, понять ее и описать. Это будет мой опус магнум. Возвращайся лучше к своим книгам, пока не поздно. Война — это не забава. Здесь не будет выездных сессий, списка опечаток и прочих диссертаций. Тебя убьет первый встречный солдат. Отчего же? Я гражданский, безоружный, соблюдаю нейтралитет. Сапоги. Что? Тебя за сапоги зарежут. Война уже дошла до Новиграда? Нет, но это вопрос времени. С одной стороны реки Нильфгаард, с другой — Редания. Они облизываются на город, как псы на мозговую кость. Эта кость застряла в горле у многих, владык. Правда. Мы в Новиграде ценим свою свободу и знаем, как за нее сражаться. Ха-ха. Особенно ученые. Сражаться можно не только мечом. Не забывай, что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены, которых еще не сокрушила ни одна военная машина. Война уже дошла до... Нет. Это кое-за... Правда. Ага. Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в гвинт играть умеешь? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Вообще, почему нет? Отлично. Сейчас объясню тебе правила. Thank you.
Так, ты, оказывается, дока в этой игре. Если доведется побывать в Оксенфурте, и ты захочешь сыграть с настоящим мастером, спроси Штепана. Он вроде простой кабачик, а в гвинт обыграет любого. Я запомню. Спасибо. Я ищу женщину. А, как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. Два шнапса. Это улучшит тебе настроение. Ладно, выпью. Давай лучше к делу. Ты ее видел? Йеннифер из Венгерберга? Я не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Кто ты? Паршивый бродяга. Гюнтер Родим, к вашим услугам. Бродяга — это теперь профессия? Когда-то я торговал зеркалами. Потому веселая молва окрестила меня также господин Зеркало и стеклянный человек. Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезет так же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии. Мясника из Блавикена. Меня ты тоже знаешь по балладам мастера Лютика? Твое здоровье! Ты видел Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви? Ты угадал. Это любовь. Я так и знал. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи. Черная и белая. Крыжовник и... Да, я знаю. Наорала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Мы, люди с Большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. Ну что, выпил? Ага. Тогда упердывай! Нам здесь таких не надо. Я вам ничего не сделал. Успокойся. Правда, ничего не сделал. Уже с чарами лезет, сукин сын! Хватай его! Иди, дядя! Не отпускай его! Иди, иди сюда! Сука! И они только с виду крепкие.
такое? Только мальчонку утопец сожрал, а ведьмак был ни при чем. Что ты делаешь? Ну, головы-то обратно не пришьешь. Говорят, положили тело его в склеп.